Ребята, всем привет, с вами Александр, легенды динозаврандии, короче, мир юрского периода к жизни, или же Alive, и сейчас мы создадим еще одного, уже у нас осталось совсем немного гибридов, которых мы не создали, сколько их тут, 4, 8, 11 штучек, и раз, два, три я уже могу создать, как вы видите, тут осталось совсем чуть-чуть, но начнем, наверное, вот с этого какого-то Зухататора, Ирритатора, Спинатозух, ребята, вот такой вот у нас ужасный, короче, тварь какая-то, да, какого-то монстра напоминает, а не динозавру, да, смесь бульдога с носорогом. Давайте его создадим. Вот такой вот у нас красавчик, такой интересный вот цвет. А ну еще раз давай. Так, ну он у нас всего 16 левела, и это у нас спинораптор, спинатораптор и капразух. Блин, ну капразуха у меня маловато. Я его качнул на 15 левел, да, специально для этого гибрида. Так, ну давайте читать. Так, двушка на 780. Ого! У него чертовски хорошая скорость, это от спинатораптора. И шанс крита 20. Ну, удар такой себе, ну, сойдет. Есть обычный удар, удар с кровотечением. Урон 0.3. Потом отложенный урон 0.2 от максимального здоровья. Цели заход на 3 хода, автоматическая замена. А, еще это с подменой. Интересно. И шанс к криту. Ну, такие вот интересные удары. Давайте прочитаем. Это очень умный рыболов. Угу. Представляет собой слияние спинатораптора и капразуха. Благодаря генетическим улучшениям это существо очень комфортно чувствует себя во время охоты в болотах и прудах. Ну и да, семейство спинозавридов, ребятки. Ну, вот такой вот у нас монстр. Монстро. И нам нужно тогда сейчас выбрать, с кем он будет. Так, можно, кстати, Рексика взять, а почему бы не взять, да? Так, вот. Стегадеюшка, кстати, очень хороший, как бы, ну, большинство топовых игроков используют именно Стегадея, там, не так Трагодистиса и вот это Анкитрозавра, а вот, вот-вот-вот. Ну, тебя взять, допустим. Ну, что-то кого-то попроще просто беру. Для нашей эпической башни. Так, лимит у меня собран. Разве что баксы могу собрать из этой башни. Так, ну что ж. Осталось у нас 4 боя. Противники, кстати, уровень такой неплохой. Ну, давайте вот так пойдем. Рексика тоже возьмем. С каждым уровнем у нас будет расти уровень босса. Только что, кстати, пробовал пройти башню, где был противник 30-й Индораптор и 30-й Аланкилозавр. Практически добил. Вот последний удар, короче, там ошибся и не прошел. А так практически смог. Так, спинатозух. Тварь очень быстрая. А против него... Ого, вот это шандарах. Ну да, эти ребята шутить не любят. Так, ну мы еще сможем, я думаю, нанести один удар. Вот это с кровотечением. Маловато жизни у него, но он ближе к рапторам. Ну так, по своим характеристикам, да. Только нету двойного урона, есть отложенные уроны. Черт подери. Сейчас мы ситуацию эту поправим. У нас есть такая вот штука.
И до свидания. Ну, хотелось бы подмениться обратно. Так, Зухататор. Вот это было бы классно. Зухататор. Блин, ну... Ну, я не знаю, что тут сделать. Паралич, если сработает, тогда я смогу подмениться. Не сработал. Ну, не хочу его пробивать. Ладно, давайте. Чтобы он выжил, постараюсь. Черт, крит прошел. Не получилось. Ну, ладно. Это всего лишь первый бой. У нас еще есть 3 боя. И немножко горгазуха насыпаны. Доллары, 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 доллары. Ну, несмотря на то, что я потратил 4500 баксов, когда покупал 275 тысяч монет, да, у меня уже он 255 накопилось. Так. Если на раптор не попадет, будет хорошо. ТГДМ, кстати, неплохо открываться, у него там под 4 косаря жизни на 23 уровне, может быть. Так, гарг открылся. Больно бьют гады. Так, блин, ну у него второй раптор пойдет. Зуб даю. Ну, конечно, он же сейчас будет выбирать и выберет раптора. Приносим жертву Стигадея. Ну, броня спасла, конечно. Так, негативный эффект прошел и пробиваем. Я хочу использовать вот этот второй удар с кровотечением, как бы посмотреть, вот как раз на спинозавре будет нормально. Блин, ну, ну. Опять же, если я подменюсь, его просто спинич нас пробьет, скорее всего, и все. Ладно, давайте попробуем. Может, выживет. Блин. Чё-то не фартит нам как-то. Рекс, давай, Рекс. Ну, хочется просто красивенько как-то сделать, а не абы как. Так, ну, спиниш, да, здоровый. Ну, у Рекса голова намного крепче. Так, что ж, еще 2 боя. Еще 2 боя, и противники, смотрите, какие. Ух, непростые. Ну, вот так, давайте пойдем. С того и гляди до 20 уровня в следующем поединке дойдем.
Так, ну походу с него открываться не очень хороший вариант. Ладно, давайте принесем жертву Рекса. Битва сильнейших. У них удары же практически одинаковые. Блин. Да, но он сейчас пробьет же меня. Нет, не пробил. 3400, блин, ну криты раздает Рекс неплохо. Так, во, теперь будет точно дуэль. 116, ха-ха, будем намного быстрее. Он использовал нейтрализацию, следующий, у него опережающий удар есть. Прикольно, два брата-акробата. Так, ответочка такая же. Так, ну что-то у него жизни осталось больше. Они жопы 16 левела, у него удар 614, а у этого 780. Как так получилось? Давайте второй удар с кровотечения. Оно суммируется, надеюсь. А, еще и подмена, точно, я же забыл про этот удар. Ё-моё, у него же там удар с подменой. А он себя очистил, сволочь-то такая. А, я что-то не то хотел сделать, ну ладно, опережающий, так опережающий. Контратака его добьем все равно. Так, кто там у нас следующий? Там Никола Греус, блин, у него 129, 130 скорость. Он пошустрее. Так, он использовал свой обнуляющий удар, в принципе, теперь можно что сделать? А, в общем-то, ничего не сделать, да, это нам уже ничто не поможет. Замедлить можно его. Было бы. А, так. У него сейчас обнуляющий удар откроется. Он пробьет. Нельзя. Так, что-то я тут заигрался немножко. Надо разруливать. Монастигатопс это умеет делать. Подменился бы, да не на кого-то Никола Греус. Так, отлично. Ну, в общем... Надо стартовать с гибрида наш, потом просто сразу же на второй ход уходить и ждать просто более медленного противника, вот как-то так. Так, кстати, у нас тут Индоминус. Давайте попробуем с него открыться, спинатозух. Но это в итоге больше нанесет урона. Ух ты, крит, ну мы выжили. Добьем сейчас Рекса.
и сможем еще проатаковать кого-то. Проатаковать с подменой. Вот как бы его фишечка в этом. Дал кровотечение и свалил. Такой, знаете. Укусил и беги. Да, только на Индоминуса это не сработает. Ну, в смысле, кровотечения не будет. А, еще урона нет, просто кровотечение в тупую. Так, вообще-то зря, наверное, использовал нейтрализацию, хотя не зря. Если бы он использовал опережающую невидимость, то я бы ее как раз-то и снял. Так, ну это твой предсмертный удар. Минус. Так, у него иммунитета нет. Но у него удары все сквозь щит. Так, замедляем. И добиваем. Ну, контратакой мы его добьем. Нет даже ему смысла снижать урон. У нас много брони, поэтому мы как бы выдержим. Так, и какой же у нас тут главный приз? На барабане. тысяч монет. Это Никола Греусов. Галлозавров насыпали. Зухататоров насыпали. Так, редких спинозавров всегда хорошо. То на моей территории маловато спинозавров. Даже эпического горгазуха нам немножко дали, ребята. Так, ну вот такой вот, немного, как по мне, неоднозначный получился у нас гибрид. Долго он что-то как-то не продержался. Ну и скорость вроде есть, ходит первым, но как каких-то альтернативных ударов нет. Ну, на 3 хода кровотечения все-таки. То есть он как бы сам может и там не может пробить много, да. Но одного противника, в принципе, он успевает пробивать, а второму дать кровотечение и либо подмениться, либо умереть. То есть, ну, тем самым облегчил как бы задачу следующему существу. Вот такие вот, короче, ребятки, у нас дела. А на этом все. До скорых встреч. Будем создавать нового гибрида.